Надолго. Все, где он? Там, на месте. А что, не хотел? Нет. Есть. Есть. А? Есть. Давай, по книге вы себе покажете? Мне сейчас от книги нет. Провод, провод, аккуратнее. Осторожно, осторожно, провод. Тише, подними его. Ты туда, к всем, подойди. Прочитайте максимально. Подожди, ну тут замерзли. Садитесь за стол, проходите. Занимайте место. Почему? За стол садитесь. Сначала стол заходим. Галя. Сначала за стол заходим, сказали. Галя, садись за стол. Садись. А он мне позвонил потом. Девочки, Марка, 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 как раз уборка. Вам вообще пять раз в день. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих. И жизни подателю приди, вселися мны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Когда тихо. Господи, мы просим Твоей милости освети дары, посылаемые Тобою. Освети их словом Твоим, животворящим, и молитвою, дабы все принималось с благодарением. И мысли возведи к горнему. Мы желаем воздать Тебе честь, что Ты собрал нас воедино и дал нам насладиться у ног Твоих священным писанием. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Пока садитесь, я пару слов расскажу. Сегодня у нас необычное собрание. На полминутки дайте мне. Почему же ты? Сказать хочу. Ну я сейчас скажу, тогда скажу. Нет, сейчас. Я хочу тебя что знать. Сегодня мы отмечаем, как у нас написано, после крещения, 19 января, первое воскресенье, день общины. Что нам дала? Что мы не сделали, что не выполнено, какие пожелания будут. Но, как в сказке написано, приходит там видеть куда-то. А он говорит, ты сначала, говорит, накорми меня, в баню своди. Вот сейчас-то пойдите, а о бане не беспокойтесь, она будет вам. Так что во славу Божию. Сейчас поешьте, чтобы легче было держать. Все, говори. Я от всей души благодарю братьев и сестричек за ваши молитвы.
Особенно я благодарна Игнатию Тихоновичу за его молитвы. Это наш молитвенник земной. Я думаю, что-то она хочет. Спасибо вас, Христос, всем. Аллилуйя. Слава Христу. Мы сейчас садитесь за стол. Садитесь. Места еще много, особенно у сестер. Смотрите, сколько. И потом мы проведем большое собрание. Позови их, сестра, что ты не стесняйся. Вон, к Сергею Павловичу. Сергей, это бочка. Где-то бочка. А где? Там сейчас будет горячая бочка. На двоих. Двоих. Сюда что-то стелить надо? Магазин? Нет. А, она какая? Дерево? Ничего не дотянуло. Газетку надо. Газетку. Тряпочку. Или там вон там вот есть эти бумажки, вон над книгами, где книги. Вон там свернутые лежат. Да, вот эту можно. А ты иди покажи, может, заблудились. Саша, это, детям туда отнеси, детям. Осторожно, кипяток. Так, что ты так показывал две? Ну, двоих. Чтоб вдвоем не стало. А я думал, две бадьи.